Ну что ж, остался один день до русской революции, которую объявил Вячеслав Мальцев. Все, конечно, с нетерпением припадут к экранам телевизоров и будут смотреть, как же эта революция свершится, начатая на просторах YouTube. Вы знаете, последнее обращение Вячеслава Мальцева – это такое трагичное обращение, я бы сказал. После этого обращения мне стало его даже откровенно жаль. Я подумал, черт побери, я сделал два ролика о нем, назвал его даже дураком, а ведь его впору надо бы пожалеть. Итак, обращение к еврейскому народу. Сегодня я обращаюсь к еврейскому народу, проживающему в России. 5 ноября 2017 года мы запланировали революцию в России. Вы – это мы, а мы – это вы. Так что революция, она как для нас, так и для вас. Спасибо. Почему мне его стало жаль? Потому что обратился он в общей сложности к всего 230 тысячам человек. Это всего лишь 0,16%. Это даже не 1% населения. Товарищ Мальцев, вы немножко запоздали. Ваша страна так долго и упорно выдавливала умных, талантливых людей еврейской национальности, что вы просто доигрались. Обращаться-то, собственно говоря, некому. Когда-то на территории бывшего Советского Союза и после СНГ проживало почти 5 миллионов людей еврейской национальности. Но за это время все они уехали, а вы еще не поняли. Марк Гальперин и еще немногие революционеры, которые вместе с вами готовы бороться за свободу России, это именно та часть свободного и мыслящего населения 0,16%. От 5 миллионов осталось всего 230 тысяч. Это очень и очень мало. Кстати, это очень важный показатель. Я подумал, может быть, этот новый апостол Павел обратится, например, к татарскому народу. Ведь татарский народ – это второй по многочисленности народ на территории России. Татаров проживает почти 6 миллионов человек. Они составляют собой почти 4% населения. Это очень большой этнос. Но ни к татарам, ни к бурятам, ни к ивенкам, ни к карелам никому не обратился Вячеслав Мальцев, а обратился к русским и к евреям. Вот это сам по себе очень интересный факт. Неужели начинает немножко доходить, что евреи как раз-таки самая активная часть населения? Это именно то, чего не хватает России. Вот говорят, да, во время Великой Октябрьской революции очень много евреев было в окружении Ленина. Это действительно так. Троцкий, Свердлов, Ягода, Ежов. Почему же они там были? Да потому что евреи – это такой беспокойный народ. Где горячо, там они. Как только что-то меняется, как только впереди маячат революционные изменения, а это значит изменения в лучшую сторону, евреи первые, кто находится там. Поэтому не удивляйтесь тому, что самые умные тексты, самые лучшие аналитические программы, самые лучшие прогнозы делают еврей Андрей Пиантковский, еврей Гарри Каспаров, еврей Виктор Шендерович, еврейка Евгения Альбац, еврейка Юлия Латынина, все они именно из числа вот этих самых неспокойных, активных, думающих. Удивительно то, что националист Вячеслав Мальцев, совсем недавно еще говоривший, что все зло в России от жидов, вдруг, неожиданно,
перед своей провальной революцией, прекрасно понимая, что пассивное русское население никуда не пойдет, как за последнюю соломинку схватился за этот несчастный 0,1% и обращается к ним. Он говорит: «Мы – это вы, а вы – это мы». Нет, господин Мальцев, евреи – это не русские. Они очень долго хотели принадлежать вашему народу, любили и уважали вашу русскую культуру, но Россия выдавила из себя евреев. И по своему собственному каналу я вижу, как до сих пор огромное количество людей пишет: «Да ты жид поганый, у тебя жидовский голос, ты защищаешь евреев, значит ты жид гнойный» и тому подобное, и тому подобное. Эта страна давным-давно заражена антисемитизмом, и отделываться от него пока она не хочет. Но я рад тому, что даже такие отмороженные националисты, каким был Вячеслав Мальцев, даже до них потихоньку начинает доходить, кто же были такие евреи в истории России и какую роль они могли бы сыграть в будущем.